Вот, пожалуйста. Ну а какой-то это? Что-то высунулся, опять ушел. Кто-то уже черный выезжает. Ждем, ждем. Что-то видно, мне не видно. Да, вот едут. Все, пошел роль бедрил. Готовься. Все, близко не теряйся, рядом. Все, что поток едет, в принципе, нормально. Зачем они выезжают на обочину? Огромная загадка. Вот они начинают перестраиваться. Держим строй, не пускаем, не пускаем. Держим строй. Пусть куда, откуда выезжал, туда и заезжает. Отлично, ребята. Ну почему по обочине едете? С микрофоном. Там микрофон есть, все. А. Ты можешь так выпустить. Вон, да? Крутых атакует. Пропускаем. Кого пропускаем? Никого не пропускаем, это так. Ты можешь все направить, вот тогда она будет. Все, на ДТП приехали. Можете выходить, сейчас будет контент. Так, Настя, давай потом. Я это. Сейчас. Выходи. Не открывается. Произошло ДТП, с дороги. Давайте мы следим с дороги, давайте. Все, давайте, да. Что говорить? Ну, хочешь, что-то договаривается, я думаю, есть, смотри. Да, да, что-то хочешь договориться. Заправка, как она называлась? За метр или где? Вот, поворот на метр. Туда. Не Айвенго? Водитель, поворот на метр, туда съезжаем на парковку. Все, освобождаем давайте дорогу. Давайте освобождаем полосу, все на обочину. Что ты, стрессуешь? Не, абсолютно. Текать вот это вот крыло уже две машины видел, всяких негодяев. Ну, подумаешь, теперь две водительская, ничего страшного. Рисуй теперь на борту крузак маленький. Точно. Получится. Печальная картина. Да. Я тоже вы думал, видели женщину с ребенком, грудничком? Да. И вот что папа и муж позволяют себе так себя вести? Да. Готов подставиться, просто раздолбаться в хлам, лишь бы вот свою неправоту отстоять. Это позор.
быстрее все это уладить. Вы мне помогать не будете. У нас вот ДТП случилось с данным транспортным средством. Вот сотрудники ДПС, которые будут оформлять ДТП. Хорошо. Вот вы даже ПДД не знаете. Я хотел вам и помочь. Да, лучше вас знаю. Потому что можно... Скажите, пожалуйста, почему так агрессивно ездить, еще и правила нарушать? Не хочет он давать интервью. Андрей, что я могу сказать? Вот, пожалуйста, перед вами стоит крузак нездорового человека. И вот крузак адекватного человека. Видите как? Казалось бы, в принципе, одно и то же, да? А у него-то какие... поновее машина. Ну, тем более, да. Но сам факт. Один водитель помогает другим. Почему он без номеров? Пока не говорит. Он вообще как мало отвечает. Ну еще бы. Она может на улице стоять. Получше. Ущерб есть, очевиден. Грядет. Заезду без номеров лучше. По поводу ДТП, составите Европротокол. Он признает, у вас точно САГИ имеется, у вас тоже имеется. Все, что будет непонятно, по Европротоколу подойдете, и я вам все объясню. Так. Ваши документы пока у нас. Ну, без разницы, любой, он один, единственный. Он единый, вот у вас есть. Скажите, а езда без номеров, она, ну, сейчас он может продолжить движение? Или до устранения надо делать? Почему? Я выпишу акт, что у него номеров с собой нет, он не все, он за это оплатит. То есть он спокойно может ездить без номеров, правильно я понимаю? До следующего инспектора. Нет, ну а как, до следующего инспектора? Ну как, нельзя без номеров ездить. Почему? Вы можете его машину взять. Вот так вот. Снимите. Еще один инспектор, такой вопрос. Если водитель предложит на месте компенсировать, не составляя. Вы добровольно можете, да. С распиской, да? Да, да. Это не возбраняется. Хорошо. Сейчас их предложим ему. Спасибо. Крузак перестроился, давайте. Тоже смотри, чтобы это мы с тобой на одном уровне шли. Там уже бедрилы едут. Видите, как бедрило пропустил. Все, стоишь, пропустил бедрилу и сейчас сам едет, да, по пробочке. Сдается мне фура с нами. Вот эту Шкоду вообще не пускайте, ни в коем случае. Он меня не пускал.
как иначе? Чё, парни, торопитесь, да? Мне кажется, Диме можно уйти пока, нет? Хватает у Димы бедрила на заднем стекле, конечно. Тебе жена говорит, не хватает тебе ремонта, камень чуть-чуть ехать. А то-то камень, дурак камень. Заварим камень, вот нормально, их показываем. Окей, давайте так попробуем. Вот такие вот дела, ребятулечки. Наши любимые обочечнички. Едут. Куда едут, никто не знает. Видите, какой сидит? Не понимает, что происходит. Привет, Димон! Давай! Ехай! Ребят, тут даже комментировать, в общем-то, нечего. Все понятно. Настоящая спецоперация по удержанию обочины. Чувак, он все понял, но... Широкую на широкую не забываем. Андрей, помоги ему широкую на широкую. Дим, с нами, сейчас будем тебя это... Обравняйся с нами сейчас. Это будет широкая на широкую, и мы с Русланом поможем. Тут недостаточно широкая. Все равно могут поехать, если что. Гриш, ты тоже давай там смотри. Если что, сразу нас страхуй. Могут. Кажется. Могут. Дима, жди до меня, потому что у Димона, ну, он может не успеть.
до меня ждешь, и тогда поехал. Этот филин вообще не понимает, что происходит. Что такое? Как так? Так, мы видим фура. Фура. А, ну ладно, нормально, да, так. И теперь вот этих чувачков-то мы не пропускаем. Все в сборе, все нормально. Свободно. Дай-ка я прыгаю в ряд, сейчас посмотрим. Вся колонна в сборе, все нормально. Димон, ты только если их видишь, не выезжай резко, чтобы ничего не случилось. Да, заранее выкатывай просто, без провокаций. Нет, приедет, по-моему. Вы меня слышите, нет? Меня слышно? Слышно, слышно. Вся колонна у нас в сборе, все нормально. Видите что-нибудь? Еще раз вопрос. И Димон, выезжай. Колонна у нас вся в сборе. Все нормально. Давай, Дим, впереди нас. Посмотрим, кто это едет. Дайте мне диалог взять. Димон, притормози, что он со мной поравнялся. У него окно открытое. Я притормаживаю. Нет, ты что-то совсем далеко уехал. Ты его отодвинь колонну прям. Че, парни, торопитесь, да? Руслан, давай Астру догоняй. А человек похож, знаете, на кого? Вот мем такой был, который танцующий. А какая тут музыка в клубе? Вот один в один, лицо. Уходят сзади там большая часть. Это не знаю, в нашу сторону или не в нашу. Не могу сказать пока. Бля, вы обратили внимание, что мы вообще не стоим? Просто едем. Да? Димон, не хочешь покачать водочку? Ну давай. Руслан, далеко уходишь от меня. Да че, съезжайте, держите дистанцию. Я сам разберусь, как мне ехать по обочине. Мы все поняли, мы в порядке. Как сказал Кими Рейкинен, leave me alone. Все, начали уходить. Вот, видели, сработало отлично. Как вам, друзья, сегодняшняя спецоперация? А мне так нормально. Очередной участок проехали без эксцессов. Это очень хорошо.
без инцестов. Торопишься, да? Торопишься? Они просто не понимают, что такое. Тим, готовься, широко на широко сейчас будет. Может, тоже кто-то поедет. Аккуратненько. Давай, чуть ближе к нам. Чувак еще не понял, что сегодня просто не его день. Но поймет. Дим, дальше будет именно, когда справа полосы все направо, а мы пойдем налево. Там островок безопасности будет, они через него начнут срезать. Очень часто там все летят. Ты его тоже подержи. Понял, принял. Ребят, там дальше Дима будет держать островок безопасности. Если опять придет штраф за разметку, опять... Не вопрос. Не переживайте. Нам сейчас в левую полосу вроде как уходить. А держи, держи. Дай мы доедем до тут, до отбойника, а потом уже это. Пусти нас до отбойника. Мужик с усами вообще не понял, почему так. Здесь пока, вряд ли.